проснулся. Это было жутковато. А потом с Путин тоже с каким-то... не очень важным, да, каким-то... Ямка. Сегодня последний момент. Нам точно помогли, потому что я сегодня уже не Геракл, а ребенок Геракла, который слюнял и ничего не умеет. Неправда. Это была наглая ложь. Ну ладно. Хотя наглая — это не то слово, конечно. Теперь. Так вот. Вы ничего не поставили. Теперь надо вверх тащить его. Нет, обратно. Ура! Готово! Секундочку. Этот лук должен войти в историю. Этот лук должен войти в историю. Крутой, черное название. Пальма. Ай, птица, не улетай! Мне нужна ложка. Там дают? Погода, привет. Сколько времени? Серый. Котик, привет. Вот, то есть, например, когда человек идет учиться куда-то в университет, он же, по сути, пытается расширить свое знание. Дуновение весны. Море. Ну, я с утра ничего не ел, думаю, ну, хорошо. А у меня тут такие... Ну, да. Мы хотели узнать, а... Вон. Вон дорога. Дуня, посмотри внимательно сюда. Обрати внимание. Теперь иди. Вот. Кто это такое? Ой.